Сотрудники уголовного розыска Звенигородского отдела полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей. Злоумышленники подыскивали жертв на парковке продуктового магазина на улице Кирова, передавая сигнал ключа автомобиля на приемник и беспрепятственно проникая в салон автомобиля. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. В ходе проведенных обысков было обнаружено и изъято 26 мобильных телефонов, банковские карты, ноутбук, брелок для управления сигнализацией и пропуск с фотографией на имя одного из потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 1 000 000 рублей. Имеется основание полагать, что задержанные причастны к совершению 6 эпизодов противоправной деятельности, совершенных на территориях Одинцова и Истры. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.